Сирот из Бурятии ждет новая жилищная выплата из бюджета республики. Из казны выделят 59,5 миллионов рублей на 26 сертификатов. В Министерстве социальной защиты населения с 10 ноября по 1 ноября приняли 131 заявление от соискателей выплаты. Для того, чтобы получить денежный сертификат, заявители должны пройти отбор по трем условиям. Первое – соискатель должен находиться в списке очередников на получение жилья, как нуждающийся в жилом помещении. Второе – ему должно исполниться 25 лет. И третье – он должен быть социализирован. Социализация, там есть условия и критерии. В первую очередь, конечно, он должен иметь постоянное место работы в течение года до подачи заявления обязательно. Не должен состоять на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере. Должна быть снята, то есть погашена судимость, если такая есть, да, и не должен стоять на этом учете. И предоставить полностью пакет документов. Все заявления будут рассмотрены в первой декаде декабря, и сертификаты вручат до конца этого года. Отмечу, всего в списке на получение жилья состоят около 600 человек старше 25 лет. Те, кто не успел пройти отбор в этом году, могут попытать удачи в следующем, до 1 марта.